Сегодня 29 августа. Заселяю второй шестирамочный улей Биденхаус. Матку для облета даю сюда и три рамки с пчелой. После того, как матка облетается и приступит к яйцекладке, планируется в дальнейшем подсиливать данный отводок, беря пчел от сильных семей. Вот. Ну, то есть первый этап нужно, чтобы матка облетелась. Заселяю, через 12 дней отвожу на облетник на отдельный и через 12 дней смотрю яйцекладку матки. Итак, подставил 2-3 рамки. Две рамки за вставную доску и выпустил матку из бигуди неплодную. Сюда надо еще кормовых рамочек подставить. Итак, ставил рамки с кормом, две рамки дополнительно. Накрываю потолочной сверху. И отсюда уношу. 3 часа ночи привез нуклеус шестирамочный на облетник, открыл, вот пчелки начали тут, сейчас успокоятся они, немножко поелозят. Вот плохо привозить, когда светло, начинаешь открывать, и пчелы могут перелетать с одного на другой, поэтому в идеале надо, как стемнеет, привозить. Они вот сейчас все успокоятся, и уже завтра будет все нормально. Вот, матки здесь 7 суток матки, уже неделя, то есть, если все нормально, погода позволит, завтра уже должна на облет пойти. Вот, передают ухудшение погоды, но по прогнозу посмотрел 5 дней еще допустимых. Завтра, послезавтра плюс 28 передают кратковременные дожди, но температура вот и для трутня, для лета и для маток нормально, то есть если Бог даст, все нормально, за 2 дня должны облетаться за эти. Вот. Ну, это вот отцовская стоит семья, вот, и сверху нуклеус, здесь на рутовскую рамку. Вот охрана в литке, не слетели пчелы, значит тут по идее должно все быть нормально с маткой. Вот сегодня день хороший был, возможно, сегодня на облет выходили. Вот второй шестирамочный нуклеус на 6 рамок. Вот это я вчера привозил. Я говорю, возможно, сегодня уже матки на облет, матка выходила. Итак, проверяю второй шестирамник Биденхаус на предмет наличие матки, и приступила матка. В этом нуклеусе тоже матка облеталась, матка на месте, засеяла 2 сота уже по сладошку. Тоже жду печатный расплод, тоже обработку пихтовым маслом буду делать и дальнейшее подсиливание. Брать пчелу летную от сильных семей на пальцах. Теперь важно дождаться печатного расплода. То есть посмотреть, что печатный расплод нормальный. То есть матка, что плодная, облеталась хорошо. И после этого начать подсиливание данного отводка пчелой летной от другой семьи. Дополнительно нужно будет поставить пихтовое масло для обработки от клеща.